На балансе предприятия находится 280 домов общей площадью 95 тысяч метров квадратных. Основной деятельностью предприятия является выполнение текущих ремонтов жилого фонда, а именно ремонт кровли, замена и ремонт центральных стояков водоснабжения, канализации в квартирах, ремонт трубопроводов и запорной фактуры холодного водоснабжения и канализации подвала, ремонт подъездного освещения и подъездов жилых домов, ремонт несущих конструкций домов. В 2018 году за счет гуманитарного материала, полученного от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики в количестве 330 листов шифера и 45 метров квадратных стеклоизола была отремонтирована шиферная кровля по адресам: улица Октябрьская, 4, улица Октябрьская, 25, улица Пушкина, 39, 41, улица Менделеева, 1, улица Калинина, 28 и 45 мягкой кровли по адресу квартал Пустышева, 6. Кроме того, за счет средств, полученных от населения за предоставление коммунальных услуг по содержанию домов в придомовой территории, были выполнены следующие ремонты. Установили коньки на кровле в количестве 42 погонных метров по адресам: улица Чапаева, 18, улица Пушкина, 39, 41, 44, улица Октябрьская, 25, улица Калинина, 28, улица Менделеева, 1. Заменили 29 метров погонных канализационных труб по адресам: улица Пушкина, 30, 34, улица Пустышева, 23, квартал Пустышева, 6. Заменение 25 метров погонных труб холодного водоснабжения по адресам: улица Пушкина, 27, улица Шевченко, 30, улица Индустриальная, 4, улица Калинина, 47. Заменили 20 метров погонных электропроводки в подъездах по адресам: улица Мира, 7, улица Пушкина, 30, 34. Отремонтировали подъезды в количестве 16 штук общей площадью 1140 метров квадратных по адресам: улица Мира, 13, улица Индустриальная, 6, улица Менделеева, 1, переулок Леси Украинки, 2, 5, улица Леси Украинки, 16, 35, 37, улица Переверзева, 10, 12, 14. Регулярно выполнялись работы по прочистке канализации и дымоходов. На предприятии трудоустроено 11 человек от центра занятости, которые выполняют работы по благоустройству города Вахрушева. Их силами зимой выполнялись работы по очистке тротуаров и автобусных остановок от снега, а также производили посыпку дорожных покрытий. Летом выкашивали траву, убирали мусор, сухие ветки, производили вырубку порослей, убирали стихийные свалки. В заключение хотелось бы несколько слов сказать об оплате коммунальных услуг населению. За 9 месяцев 2018 года уровень оплаты составляет 49,4%. Это означает то, что только половина населения производит оплату. При условии увеличения процента оплаты коммунальных услуг в предприятиях была бы возможность увеличить объемы работ и в полной мере выполнять заявки населения.